конце февраля пропагандистское крыло террористической организации ИГИЛ обнародовало видео с угрозами в адрес Китая. На видеозаписи показан быт и ежедневные тренировки китайских мусульман. В одной из сцен боевик обращается к зрителям перед казнью со словами: «Вы, китайцы, не понимаете нашего языка, языка солдат халифата. Но мы придем и научим вас языку оружия. Мы прольем реки крови и отомстим угнетателям». При этом за казнью наблюдают вооруженные дети. Кто такие китайские мусульмане? Уйгуры – коренной народ восточного Туркестана. Ныне Синьцзянь-Угурийский автономный район на западе Китайской Народной Республики. Исповедуют ислам суннитского толка. В последние годы уйгуры массово вступают в ряды ИГИЛ. В том числе и воюют в сирийской провинции Идлиб. Ранее посол Сирии в Китае Иммад Мустафа заявил, что на стороне исламистов воюют несколько тысяч граждан Китая. Стоит отметить, это не первый подобный ролик. В 2015 году главарь ИГИЛ уже призывал мусульман Китая ехать на войну в Сирию. При этом важно отметить, что ролик был записан на уйгурском языке.